За вирусом Петя стоят российские военные хакеры. Об этом сообщило издание «Вашингтон-Пост», ссылаясь на отчет Центрального разведывательного управления США. Американская разведка практически уверена, что атака в киберпространстве была организована главным военным разведуправлением России. Напомню, в июне прошлого года вирус Петя А атаковал несколько стран, но больше всего досталось тогда Украине. В результате были выведены из строя правительственные и информационные системы. Ну, а кроме того, российских хакеров заподозрили в попытке взломать почту Сената Соединенных Штатов. Их целью якобы была переписка американских политиков.